Вот фонтаны, парки в Анкаре. И концерт намечается сегодня. Большой группы, уже все оборудование устанавливают, уже репетируют, привезли оборудование. Вот, так что... А вот каштаны, смотрите, ребятки, вот они уже поспели. Вот они, каштанчики, мои каштанчики, вот, смотрите. Вот они, каштаны, во! Красота! Вообще! Во. А вот такой вот фонтан, вот такой. Видите, какая вода вот сделана так, что как будто вот так вот. Сверху вниз, точнейшее это. А, там где-то музыкальные это они настраивают. А смотрите, вот такой вот. Видите, какая штука. Вот она. Это вообще обалдеть. Вот такие вот фонтаны. А сцены уже готовят. Джаз-концертлер, в общем, весенние концерты, летние концерты. Здесь вот открытая площадка сегодня и концерт. И представьте, а за ними фонтаны. Красота будет. Вот такие дела. Ага. Оборудование настраивает, динамики настраивает. Только сюда привезли, видимо, закроют вот так вот, и там будут артисты, а здесь люди будут смотреть. Красиво, в общем. Красиво, хорошо. Вот так вот Анкара. Вообще в Анкаре любое время хорошо. Сегодня такой ветерочек такой. А мне нравятся вот эти каштаны, вот эти каштаны. Это вообще нечто, они аж прямо плодоносят, аж висят у них деревья вот под каштанами, под урожаем. Вот так вот, дорогие мои. Сегодня 2 сентября 2023 года. Вот такие дела. Всех вам благ, хорошего настроения.